Насколько удачно получилась реализация и можно ли у кукол менять личики друг у друга? Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры кукол Лол. Я приготовила два шарика новой серии Лол Сюрприз Сюрприз Свап. Казалось бы, чем может удивить нас Лол Сюрприз? Так нет же. В одном шарике содержится как будто две куколки. Одна превращается в другую, на ее личике меняются эмоции, и она преображается благодаря второму наряду. Насколько удачной получилась реализация этой темы и можно ли менять личики между разными куколками? Мы сейчас узнаем. Откроем первый шарик, и я сразу скажу, что он весил 147,4 грамма. Подсказка под первым слоем. Маски и корона. Королева драмы. Еще один слой. По кругу нарисованы различные смайлики. Шарик у меня желтый, на нем тоже смайлики. И сверху есть крышечка с сюрпризом. Итак, здесь инструкция, картинка с куколкой бумажная. На это место нужно налить немножко воды. Картинка размокла, и тут появилась кукольная мордочка. Думаю, что по ней сразу можно предположить, что за куколка внутри. Один глаз у нее подмигивает, второй зеленоватый. Золотые сережки в ушках. Контейнер, в котором у нас оказалась вода, вынимается. Тут есть специальный язычок, за который его нужно потянуть. Теперь шарик можно открыть, как обычно. И кажется, я теперь только заметила, что две половинки шарика немножко разных оттенков желтого. Еще одна инструкция. Куколка с сюрпризами в этой половинке шарика. И здесь пакетики. Большой пакетик с куколкой. Он желтый, со смайликами. Мне кажется, можно смело его открывать. Какая классная кошечка. Тут у нее уже карие глазки. На носике веснушки. И, кажется, нарисованы кошачьи усики. Волосы оранжевые. Два хвостика. Ой, нет, кажется, прическа не снимается. Такое ощущение, что она приклеена. На куколке черные штанишки. И посмотрите, какие у нее ручки. Совсем не такие прямые, как были у куколок Лол. Она словно сжимает пальчики и говорит «ррррр». На дне за пакетиками вкладыш. Мне очень интересно посмотреть на коллекцию. С одной стороны на вкладыши куколки превращаются, а с обратной стороны здесь 9 куколок, и можно увидеть, как выглядит их пара. Мне попалась вот эта малышка, ее зовут Мисс Мяу. Развернем все ее сюрпризики. Полосатый оранжевый костюм-купальник. Очень миленькие, это или сапожки, или тапочки с белыми носочками, с розовыми мордочками кошек, ободок с кошачьими ушками, и тут, кажется, есть крепление, чтобы хорошо держался на голове. Прелестная розовая пижамка с шортиками, полосатые сапожки для второго наряда и еще розовая шапочка с кошачьими ушками. Первый образ в кошачьей пижамке, мне кажется, я просто покорена этой серией. Второй образ более яркий, скорее уже для выступлений. Очень удачно держится ободок на резиночке, и как раз для него нам понадобится сменное личико. Защелкиваем его в специальные пазы, и куколка совсем с другим характером. Вроде бы спереди совсем незаметно, что на куколке маска. А так, конечно, если приглядеться, видно, что что-то надето на личико. Но она также легко и снимается. Нет никакой сложности. Вперед ко второму шарику. Его вес составил 144,4 грамма. Я уже вижу, что это точно не повторка. Шарик из двух голубых половинок. Подсказка. Миска, в которой что-то мешают, и две девочки. Смешивайте и сочетайте. Крышечка с первым сюрпризом. Тут в окошке другое личико куколки. Снова добавляем водички, не нужно много, а только чтобы размочить рисунок. И все. Снова достаем личико с эмоциями. Мне кажется, прежде чем достать эту улыбающуюся мордашку, я только что размочила личико вот этой куколки Royal Beauty. А значит, это и есть основная подсказка. Значит, как только вы открываете первый сюрприз, то можно угадать куколку сразу без подсказки. Итак, сюрпризы. Снимаем пленку. Вот они, свертки и куколка. Сейчас мы проверим, действительно ли это Royal Beauty. Вот так.
Она самая, причем очень в смешном состоянии. У нее маска на лице и огурцы на глазах. У нее коричневые волосы с золотыми прядями, уложены в бантик на макушке. На ней нарисованы розовые трусики. Жест ручками она делает совсем другой, словно приглашает к себе. Меня очень порадовало, что в сюрпризах два костюма. Первый – это черное платьице в белый горошек, и больше не попадаются эти надоедливые бутылочки. Второе – блестящее розовое платье с золотой юбкой и розовыми цветочками. Блестящий ободок диадема. Розовые туфельки в блестках. Тюрбан на голову, завязанный бантиком. Ой, это же совершенно не платье. Это же махровое полотенчико на ней надето. Но у нее только одна пара туфель. Поэтому ее второй наряд тоже с этими же туфельками. Ну, конечно, в маске и платье она смотрится очень странно. Нужно обязательно надеть ее второе личико, чтобы увидеть, как она преобразилась. Ну, совсем другое лицо. А еще у нее есть ленточка с надписью Royal Beauty. Так значит, она плачет от счастья, что она победительница конкурса красоты. Но еще, если вы заметили, эта куколка отмечена звездочкой, является редкой, так же, как и куколка Hero Honey. А вот эта кукла с розовыми волосами Dance Darling ультра редкая. Все же остальные куколки, находящиеся в нижнем ряду, обычные. Подходят ли личики от одной куколки к другой? Да, подходят. Единственное, что может отличаться, это тон цвета кожи. Что ж, эта серия мне показалась классной и необычной. Как вам? Пишите об этом в комментариях. У этих куколок нет сюрпризов по смене цвета, но я думаю, что сюрпризов достаточно. Причем качество выполнения самих кукол меня тоже порадовало. Подписывайтесь на канал. Мой канал есть и на Яндекс.Дзен. Внизу есть ссылочка еще на телеграм-канал, в котором я выкладываю новинки кукол. Желаю вам удачи в коллекционировании. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!